Что для меня значит малая дорога жизни? Ответ на этот вопрос искали участники конкурса, итоги которого подвели в поселке Лисинос. Масштабный патриотический конкурс для школьников проходил в Петербурге с 15 марта по 15 апреля. Его участниками стали ученики 7-11 классов. В качестве задания им предстояло написать эссе о малой дороге жизни. Снежана Владимирова – ученица 95-го лицея, который, кстати, прислал на конкурс сразу 11 работ. Мое сочинение о том, как моя бабушка, которая пережила самый голодный год в Ленинграде, пережила, скорее всего, благодаря именно малой дороге жизни. В канун Дня Победы участники конкурса встретились в Лисьем носу, ведь именно отсюда начиналась малая дорога жизни. Трасса действовала с ноября 1941 года до самого освобождения города от блокады. Проходила через Лисий нос, Горскую, Кронштадт и Ораниенбаум. По ней, как и по большой дороге жизни, доставляли продовольствие и боеприпасы жителям Ленинграда.